Всем привет! Сегодня мы построим ховерборд Кримсона. Механизм у него несложный, строится очень быстро. И также сегодня я с Кримсоном покажу вам, как построить декор. Давайте еще немного полетаем, а потом я вам покажу, как его построить. Все, начинаем строить ховерборд. Туториал. Сколько палочек ты поставил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь палок. В настройках перемещения ставлю на 0.5, угол наклона пока не меняю и уровень скрепления на минимальный. Теперь здесь нужно будет построить основу. У тебя получается три забора, да? Так, ставим три забора. Здесь ставлю три палочки. Через 4. И здесь еще 3. Так, это, наверное, убираю. Вот это ты сделал, конечно. Вставляю только 2. Вниз все, я ставлю 5 стержней. 3, 4, 5. Здесь еще. Соединю. А, можешь чуть-чуть подождать, сейчас я еще колес поставлю. Все, я готов продолжать. А внизу, наверху ты тоже две палки вернул. Это чтобы блок, да, поставить, ты их поставил. Наверху блок ставлю. Убираю два стержня. Масштаб ставлю на 0.5. Вот так. Все, готово. Ты теперь поставил два сервопривода. Вот так, по центру. Потом поставил 1-2 стержня. А как ты так стержни поставил? Один в другой. Так. Поставил два стержня и внизу еще сервопривод. Здесь по центру этого стержня. Так. Два поршня и еще стержни. Так, все, я сделал точно так же, теперь ты уже начал декор строить. Угол наклона вставлен в 15 градусов. Поворачиваю блок. А сейчас нужно подрегулировать, чтобы ровно было. Вот от самого начала нужно два деления еще отступить. Вот начало, раз, два. Все, вот так ровно. Поршни и сервоприводы нужно отвязать. Колеса трогать не надо. Сервопривод, который самый верхний, поворачивает нас справа-влево. Его наклон ставим правильный. А, Д. У нижнего сервопривода, который поворачивается справа-лево, лево это у него назад, привязываем на SV, наоборот, как у езды, а поршни на XZ. Все, я привязал. Ты уже тоже привязал? Ну что, проверять будем? Ну, ты к себе колеса не привязал. Так, поршни, ты все привязал. Все, я сохранил, отключаем фиксацию. А, ну сейчас вот так у нас будет, если что. А ты мне не сказал, что коллизии нужно убрать. Нужно выделить все. Так, и у всего, кроме вот этого самого ховербортика и четырех колес, отключить коллизию.
Так, ну давай я у тебя тоже отвыделю. То сейчас тебе тоже коллизию отключу везде. Все. Отключаю коллизию. Прозрачность тоже можно уже на 100 поставить. Вот так. Колеса тоже можно поставить. Сохраняю, давай проверять. Во-первых, нужно нажать кнопку Correct All и у всех колес включить Reverse Rotation. Reverse не Rotation, а Spin. Вот это самое верхнее. И теперь у сервопривода ставлю скорость на 2 и угол наклона на 20. Все, я настроил. Давай снова проверим. Назад еду хорошо. Вперед-назад тоже поворачиваю. Вот, все, хорошо летаем. Ну что, я за тобой буду повторять или каждый сам? Скорборд уже готов. О, теперь тут такие веревки еще красиво появились. Эдгар. Только знаешь теперь в Кримсон в чем проблема? Ну, я сейчас заметил, мы вообще не наклоняемся. Понятно. Мы своим декором чуть-чуть механизм испортили. Декор нужно обязательно делать так, без вреда для механизма. Вот здесь. Вот у меня особенно сзади вот здесь хорошо соединилось, так плохо. Так, я по-новому сцепил.
Типа, и вот здесь ломаться не должно теперь. А вот здесь. В принципе, нормально. Вот этих палочек коллизию надо будет убрать тоже. Вообще лучше у вот этих всех механизмов убрать коллизию. Прозрачность. Вот у меня остается дополнительный след и еще след от огня. Все это выглядит очень красиво. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймст. Всем пока.